Вон она побегла по дороге, видите? Блин. Погнала, 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 погнала. Мелко ща, ребят. Кажется, и тут куропатки есть. Сейчас попробую пройтись, куда она пидет. Ладно, выключайся. Ребят, ну что, такое вот начало рыбалочки у нас. Побачил куропаток, сделал там пару петелек. Попробовать, а вдруг поймается просто. Закинул 3 удочки, фидер. Буду ловить. Попробуем поймать. А вдруг получится что-то поймать хорошенькое сегодня. Ну ладно, ребят, короче, выключаюсь пока. Поклевок еще не было. Ребят, первая рыбка. Невеликий подлещик. Просто, блин, поплавок опустил. Дивлюсь, лежит. Хотел просто перекинуть, а він сидит там. Ну ладно, ребят, буду дальше ловить. А вдруг еще что-то поймаюсь. Ребят, еще одна рыбка поймалась. Плотвичка. Ух ты, шо. Ось такая вот. С ладошечку хорошая. На перловку. Две рыбки есть, и тут что-то поклевое, но... Не знаю, блин, сопротивляется, конечно. Капец. Ну и рыбка тут достойная, такая хорошенькая, конечно. Ладно, буду ловить, показывать, если еще что-то поймаю. Ребят, переставил фидер. Так, пока поставил, еще одна плотвичка поймалась, но трошки меньшенько. Так, сейчас я покажу, ось. Это поменьше, но все равно сопротивлялась. Отцепилась уже. 3 рыбки есть, клює, кстати, недалеко от берега. Це дальше поймала, що більша була, ну а це не так далеко. І саме головне без покльовки, просто закинув, хотів далі закинути, а вона поймалась. Ну ладно, ребят, буду далі ловити. Ребят, походу підійшла стайка плотви, вже третя ось така ось. Ну нормальна плотва ловиться, блін. Там вже рибка трохи є. От дивіться, ужик поплив. Ну ладно, ребят. Буду ловить дальше. Ребят, была поклевочка. Ну, не тащи. Так, так, так. По-моему, повело. Но еще не уверенный до конца, то что может течением просто. Ну, давайте. Не. Ничего, она была поклевочка. Поклевочка была. Блин, так не закрыто. Ладно, ребят, сейчас перекину и уже покажу вам, если будет что-то клевать. Ребят, была поклевка опять. Не знаю, что. Скорее всего, плотва. Точно не уверенный, но мне кажется, плотвичка все-таки. Ребят, поклевочка, поклевка. Походу, плотва подошла. На перловку, кстати, ребят. Плотва вся на перловку ловится. Потому что червяків сегодня мало. Утром было побольше. Опа, опа, ого! Блин, это точно уже не этот. О, капец. Это, блин, ребят, я не знаю, бачили вы, нет, как удочка выгибалась. Ну, капец, что-то, блин, так и хорошенько сорвалось. Даже не знаю, что. Блин. Ладно, будем ловить дальше. Ребят, еще одна плотвичка поймалась.
І закинув на червячка, на другу удочку сюди, поки тот цього цеплять буду. І то щось клюнуло. Стой. Цепилась уже. Ця поменше. Ну, блін, до того. На відео, що засняв вам. Блін, там явно не плотва була, там щось побільше, набагато більше. Так, ну щось. На червячка дивиться, неохотно так бере. На этого сразу. Даже червяк целый. Это мы сейчас сюда закинем. А туда опять на перловочку. Новая удочка, блин. Обкатываем, как только можно. Поймать бы еще то, что сорвалось. Там что-то явно хорошее было. Если учитывать то, что тут карась хороший и сазан даже есть. То, блин, довольно хорошее у нас место. Ладно, ребят, буду ловить. Так, решил сразу камеру включить, потому что клюи практически сразу, как закидываешь. Ну, сейчас пока что-то не хочет. Это, блин, плотва, конечно, подошла бешено. Видно, голодно. Будем ждать. Странно, что на фидер ничего не хочет. Закинул под берег, так его. Потому что утром тут под берегом карасик был. Ну, я так думаю, карась, может что-то другое, конечно. Ну, что-то хорошенькое явно. Так что, надеюсь, на что еще что-то клюнет. Блин, не хочет на камеру, дыви как. И сорвалось, блин, что-то такое хорошее, непонятно. Ладно, буду ловить. Ребят, поклевочка. Давай. Плотвычка. Скорее за все. Не знаю. Плотва тут хорошая ловится. Не мелкая, я вам скажу. Так. Не зря все-таки удочку купляв 6-метровую, то что та, видно, туда не докидує. На такой глубине, какой надо. Подергаю. Может, не такая великая просто плотвичка, а зерно перловки большенькое. Не получается съесть. Но, блин, там вот то, что так затащило, я не знаю. Там явно что-то с большим ротом, что-то крупное. Потому что там быстренько все. Отключилась, блин, камера. Буду ловить, короче, ребят, поклевочка что-то. Не знаю, подергаю. Может, перезакину. Ну, подивимся. Если что-то поймаю, покажу. Ну что, очередная плотвичка. Ладно, ловлю дальше. Клюнув под лещик. Такий ось. Ну, такого відпустимо. Все, поплив. Ребят, ну що, на цьому рибалка наша закончилась. Половили вечором. Кльов набагато лучший був, чим утром. Ну, утром поймався леночок. Ну, тоже. Десь плюси, десь мінуси є. Не знаю, завтра, може, поїду ще утром з'їжджу. Ну, сьогодні давайте подивимося, який у нас улов. В основному сьогодні плотва ось.
Ну, плотва, конечно, хорошая, зачетная. Такая ось плотвичка. Ну, видно, стайка подошла. Правда, потом после неї начали клювать эти подлещики. Одного мы выпустили. Ось так вот. Поймались 5 штучек. И невеличка такого подлещика должна была выпустить. Ну, первая рыбка была. Также я поймал ось красноперочку еще мелкую. Не знаю. Уже сдохла. Ну, хай будет. Вот такой наш улов. Ну что, ребята, кому понравилось такое видео, подписывайся, ставь лайк, и будет еще много интересных видео. Ну и всем пока.